после долгих мучений группа туристов из града Симферополя Великого все-таки удалось разжечь этот костер в снегу. Вот это решится. Горит, шипит, мокрые ветки сохнут, но горят. А недалеко от костра, взору юного спелеолога, открылась вот эта расщелина. Кто оставил ее в древние времена? Какие технологии наших предков были способны на это? Посмотрите, какие ровные своды. Скорее всего, это была пила. Сквозь камень видно свет. Возможно, там какой-то туннель. Я думаю, что стоит обойти и взглянуть, что же там за этими камнями. Там другие камни. Возможно, это мегалиты. Загадки. Крымские загадки в этом походе преследуют группу туристов из Перова.